В зеркало надо смотреть, прежде чем к людям хоть работать. Спасибо за заказ. Екатерина была возмущена высокомерием клиентки. Да ладно тебе, Кать. Просто злая богатая тетка. Ярик! А ты, кстати, ее туфли видела? Мой-то зайчик. Это же новую коллекцию. Вообще тебе в журнале показывала. Зайчик. Ага. И стоит больше, чем моя зарплата. Сразу два зайчика откликаются. Мужик наверняка обеспечивает. Вот где бы нам найти такого? И ушки, домик. Нет, я уже закончила с этими поисками. Ярик! Да и тем более у меня Андрей есть. Забавный. И туфли.